Обзор. Корм для стерилизованных кошек. Сухой, фрискис, кролик и полезные овощи. 1,5 килограмма. Специально для 7745.by. Я давно покупаю этот корм компании Purina. Я очень им довольна и хочу с вами поделиться информацией об этом корме. Этот корм создан специально для стерилизованных кошек. Когда кошечка стерилизована, она склонна к набору веса и появлению проблем со здоровьем. Этот корм поддерживает здоровье мочевыводительной системы, помогает поддержать здоровое сердце, стопроцентное полноценное и сбалансированное питание, без добавления искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов, и это очень важно. Создан специально для удовлетворения особых потребностей стерилизованных кошек. Сбалансированное содержание белков и жиров помогает вашей кошечке поддерживать здоровый вес, что очень важно для стерилизованных кошек. Таурин важен для хорошего зрения и здоровья сердца. Также в этом корме есть витамин Е, который укрепляет естественную защиту вашей кошки. Корм рекомендуется давать в зависимости от погодных условий, уровня активности кошечки, ее физических особенностей для поддержания здорового веса вашего питомца. Очень удобен в эксплуатации, сухой, высыпал, и кошечка всегда питается в чистом месте, нигде не разбросано, нигде ничего. Но только одно условие должно быть стоять рядом – водичка, чтобы кошечка постоянно пила водичку. Также в этом корме много злаков, мяса и продуктов его переработки, включая кролика, экстракты растительного белка, продукты переработки растительного сырья, масло, жиры, консерванты, минеральные вещества, дрожжи, овощи. Также здесь и белок, и сырая сола, и сырая клетчатка, и кальций, и фосфор. Этот корм еще богат витаминами. И витамин А, витамин D3, железо, йод, медь, марганец, цинк, селен. Поэтому в этом корме собрано все, что нужно для наших кошечек. Если вы еще не покупали его, я советую вам приобретать именно этот корм.